Ну что, ребята, всем привет. Утро началось. Вот. Ребята, все мужики собираются, потихонечку разъезжаются. Сегодня выезжаем на посевную. Ну что, готовы? Сейчас эти две сеялки покажут себя в работе. Навалим узла. Едем на легендарное место, где тракторист наехал на пень. Сейчас мы там будем сеять. А вот погрузчик, вот они едут. Агроном едет, спит. Агроном, блять, близких полей не ищет нихуя, и дорог таких вот близких. Сразу, как ехать, тогда самую дальнюю точку. Ну, если хуя, то всем. А это поле сколько у нас гектар сейчас? Ее никто не измерял. Не измерял? Потому что она с каждым разом прибавляется, прибавляется. С каждым разом лесом вырубает, вырубает. Понятно. Ну, около 100 было. Так, я сейчас держу просто поручни, чтобы он разложил сеялку. Пришлось положить телефон. Вот так это выглядит. Сейчас он здесь тоже будет раскладывать. Вот, пошел процесс. Так. Че, Роман, сможем доехать до того поля? Зачем? До той стороны. Зачем? Там пень. Тот самый. Не будем сносить? Чего мы снесем? Хорошо. Хорошо, мы снесем. Крючком можешь попробовать. Сейчас сначала загрузим, потом поедем. Окей. А теперь удобрение. Там прямо был. А, вон он. Блядь, ну надо туда заехать, ты ебать. Под конец, да? Но все равно кто-нибудь доедет, даже ночью, мало ли. Своедаешь, да? Он сам пенек, блядь. Чего, блядь? Здоровый, да? Здоровый пень.
немного совсем. Ох, хорош. Это да, 100%. Зафигачили. Не маленький он такой, да? Да, он немного встал, трактор, пойдемте прогуляемся, посмотрим, что там такое. Серег, ты поехал? Что случилось? Все хорошо? Как тут тепло. Вон наш агроном ходит. Туго? Ржачьи паски сеять будем. Да? 11 километров в час сегодня. Мы 16 ходили с ней. Норма высева. Прям разогнался, неплохо. Ну, может, километр на 2 побольше. Загонка у нас длинная. Тут, наверное, интернет ловит хорошо. Я, знаете, дерева тут есть. Кто? Где дерево? 7 штук. Сейчас не знаю, увидим. Вот Виталик нас уже догнал. Нравится, хорошо идет. И здесь на поле пеньки попадаются. Конечно, не такие большие, как мы выглядели. Во, прям во-во-во. Вот так и должен А что это так быстро идет-то? Ну, а почему он так? У него глубина нормальная, дырки низкие, а вот. Это нормально. А у меня сразу чапнет. Ну, агроном посмотрел, у тебя глубина, ко мне даже не подошел. Ну, сказал, что вот это, здорово, заебись. Подошел, я туда время посмотрел, ух, там есть на половину земли, нахуй. Я думаю, пусть наша семья к Новому году зайдет. Это он сейчас быстрее раскидает, чем мы.
сколько уже гектар раскидали? 3,5. Уже не знаю и сам, и почти не жду, что найду ответ. Сижу в КамАЗе, на улице очень холодно, иногда ветер поднимается ледяной. Жду, пока обед привезут, время уже 12:30. Пока никого не видать. Но мы не будем отчаиваться. Походу, это обед везут. Ну как по кочкам скочит. За рулем у нас Дениска. Вот он, обед приехал. Ребят, а, видео у меня тут надо. Че, Денис, как доехал? Сейчас ты снимаешь? Да. Да ты вырежу, запикай там. Так, что у нас тут на обед? Маленький дождик идет. Солнышко просвечивается кое-как. И ледяной ветер. Вот такие вот дела. Куда мы едем? За запчастями. Что за запчасти? Не знаю. Да, а с такими нормально, ага. Сейчас увидишь. Да, ездил в Чучково, помню. Понимаешь, тебя посмотрят, возможно, десятки тысяч людей. Возможно, и сотни. Давай наберем сотни тысяч. Давай. Все зависит от людей. От активности. Номерков уже едет? Он уже да. Ага. Хорош, хорош, хорош. Возьмем? Возьмем. Вообще пофигу. Даже полный привод не включаю. Вторую не понимаю. Вот до тройки я бы здесь встрял. Да. Вторую не понимаю, пошел. Скажи, Денис, что предыдущее видео вообще скучное. Какое? Про Чучкова. Там такой, знаешь. Да я, в принципе, пропускал в основном, когда смотрел. Ну так как ты. Я там что-нибудь прикольное искал. Прикольное будет в этом видео. Пошла ракета. Где Аркадьевич? Тут посадка, наверное, стоит. А, вон он, да. Что это у нас такое? Муфта. Муфта? А, точно, Виталик уже на севере, он же мне объяснил.
Вот он красавец, крупногабаритный. Вот куда мне отсюда бежать, я хрен знаю. Вот куда мне бежать. Просто пипец, он шустрый. Запылил. Ну что, затариваем? Да, Серег? Запылил меня всего там. И деваться некуда. Я обосрался. Да я смотрю, а спрятаться-то некуда. Солнце выглянуло, это круто. Это вот погодка. Не то дождь, не то снег. Ну что, ребят, вот и подошел рабочий день к концу. Это последняя сеялка, последняя затарка. Сейчас уже скоро приедет смена. Все, КамАЗ поехал. Опять за зерном. Закат.